Жень, что было для тебя ценным на Квебеке сегодня и на предыдущих? Клуб – удивительное пространство, где сама атмосфера открытости, отсутствие обязательности, какой-то строгости такой вот, является раскрепощающей и ценной самой по себе. И в этом смысле просто присутствие на клубе уже является таким хорошим заряжающим действием. А вторым, наверное, при условии, что ты активно включаешься в клуб, если это происходит, вот, что для меня легко, это возможность идти за своей идеей, то есть отпустить ее и смотреть, во что она вырастает. Обычно мы, держа в себе, создаем для нее рамки внутри себя какие-то. Да? И когда вот ты на клубе вовне идею выносишь, она начинает расти, распускаться сама, вот это чудо. Все.